Получили очередную посылку. Заказывала жена из Китая. Это новый сайт, вернее, новое приложение Joom, на котором посылки доходят очень долго. Конкретно это шла, наверное, 60 дней. Потому что за нее уже, честно говоря, все забыли. Она застряла в Монголии, откуда, в принципе, ее и выпустили. Долго провисела в России. И это вот такой вот пинцет. Сверху черный крашеный. Зачищено, конечно, вообще безобразно. Сведения практически нет. И оно ужасно кривое. Очень большой просвет. Сделано топорно. Ну, то есть, можно видеть, вот как зачищено с одной и с другой стороны на разном уровне. Внутри еще хуже сделано. И такое ощущение, что пинцетом уже кто-то попользовался. Сейчас попробую сделать цвет получше, показать. То есть сам пинцет, сама краска на пинцете, она уже поцарапанная. Причем поцарапанная от использования. Она просто не новая. Вот отчетливо видно. Белые блестящие точки. Здесь, здесь, внутри. Сделан очень безобразно. Делаем очередной вывод, что на Joom лучше ничего не заказывать. Абсолютно.